я продолжаю. Итак, я приходила, я продолжаю о том, каким образом можно переключиться быстро с одного, с работы на дом, с дома на работу. Что делала я? Я приходила на работу в той одежде, которая мне удобна. Это могли быть шлепки, шорты, майка или джинсы, какая-то рубашка, абсолютно такой свободный casual. Я приходила на работу и заходила в специальную комнату, переодевалась, одевала каблуки, юбка, строгий пиджак, белая рубашка. В этом проводила все время, то есть тем самым я и корила себя на то, что я сейчас на работе, и все мое внимание сейчас будет на работе. Заканчивался рабочий день, я опять переодевалась в свободный стиль и все, и уходила. Тем самым я время от работы до дома продлевала себе время отдыха. Потому что мы как правило собираемся, да? Мы утром встали, все на себя надели, там накрасились, причесались и на работу поехали. Там на метро, на машине, туда, что можно. И мы уже в дороге себя настраиваем. Ага, я вот буду делать то-то, то-то, то-то сейчас на работе. Здесь нет. То есть время на работе мы проводим гораздо больше, чем дома. Поэтому даже время в пути его нужно использовать для себя, любимые, для своих дел. И вот такое переодевание, оно помогает психологически отключиться быстрее гораздо от рабочих дел и начать думать о домашних каких-то делах, начать думать о близких, начать думать о себе. Вот. Вот такой совет. Такая вот рекомендация. Все, всем пока. До связи.